Первые гастроли и сразу выступление на сцене легендарной Мариинки. Уже в марте артисты Астана Опера представят искушенным петербургским зрителям оперу Джузеппе Верди «Аттила» и «Баржансара» Мукана Тулебаева, а также гала-балет в двух отделениях. На репетиции побывала Динара Бектурова и убедилась, казахстанский балет обязательно покорит сердце любой, даже самой взыскательной публики. Казахстанские артисты обещают устроить в Санкт-Петербурге настоящий бал искусства. Две оперы, гала-балет «Аттила», «Баржансара» и попурри из самых знаменитых балетных постановок. Программа более чем насыщенная. И интерес со стороны публики к молодому и амбициозному казахстанскому театру велик. Уже почти все билеты проданы. Ехать в Мекку, балеты и оперы в Санкт-Петербург, это вообще с одной стороны страшновато. Но с другой стороны, мы едем... Показать то, что мы умеем, то, что мы знаем хорошо, допустим, нашу национальную оперу. Не побоимся показать и Джузеппе Верди. Даже вот Борисеев, он звонил, который у нас поставил Родена. Турсунбек, я уже читал там, говорит, у вас есть, вы приезжаете к нам, говорит, мы обязательно придем. Санкт-Петербург – город, гастроли в котором – самое страшное и сладкое событие для лучших труп мира. Впервые будет встречать Астана-опера. Репетируя по 10 часов в день, артисты как солдаты к выступлению готовятся как к последнему бою. Это своеобразный экзамен, ошибок быть не должно. Поэтому каждый па прогоняется несколько раз. Получилось или нет, видно по лицу хореографа. Но это всего лишь репетиция. На сцене каждый будет выкладываться не на 100, а на 150%. Это зависит от каждой балерины, ведущей, которая будет представлять свои эмоции. Каждый берет по-своему, например, кто-то берет свои симпатии, кто-то берет зрительской симпатии. То есть есть эмоциональное, есть выложиться полностью душой, то есть, и, конечно же, своим мастерством. Свое мировое турне Астана-опера продолжит в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, чтобы осенью уже на родной сцене встретиться с легендарными коллективами той же Мариинки, Ковенгардена. Для казахстанских зрителей это будет настоящий праздник искусства, театральный фестиваль «Жибек-жолы», который впервые пройдет в Казахстане и обещает собрать мэтров балета и опер со всего света. Динара Бектурова, Айджан Отызбаев, Астана.